Там, где сила граничит красотой, а движение изящное. И попадая точно в цель, они покоряют сердца миллионов. Это лучшие спортсменки страны. Но в первую очередь они женщины, и у каждой своя история. В телевизионном проекте на «Беларусь-1» и «Беларусь-5». Женщины и спорт. 20 декабря после «Панорамы» новая героиня проекта «Женщины и спорт» Дарья Домрачева. В гостях в Норвегии у самой знаменитой биатлонной пары мира Дарьи Домрачевой и Ули Эйнера Бьорндалена. Не пропустите на «Беларусь-1».